Здравствуйте, вас приветствует частный питомник waterlilia.ru. Вот сегодня зацвел первый цветок в этом году, нимфея пингдаун. И первый же цветок очень красивый. Там еще маленький. Видите? Насколько вот он поделился. Как бы края розовые. Как бы от центра вот полоска идет белая. Очень прикольный сорт. Очень красиво смотрится. Но единственное, что тут второй год как бы не очень хорошо зимует. Основное корневище подгнило. Буду следить, то есть, за данным сортом. Еще вот год оставлю в пруду и тогда скажу свой вердикт. Но, скорее всего, этот сорт для южных областей. То есть, в центральной России он подгнивает. Вот такой вот красивый цветок. Такая вот оригинальная листва. Мне этот сорт очень нравится. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.